Всем привет, дорогие друзья! С вами Гедеон, и у меня первое такое прям довольно-таки, я надеюсь, хорошее, я не знаю, как записывать этот микрофон, лайвовое видео. Где мы, как вы уже поняли из названия, сделаем распаковку пресс-кита, который мне прислали Ubisoft по случаю Far Cry 5. Итак, мне пришла коробочка, вот такая вот коробочка. Вот она у меня здесь, вот эта вот коробочка. Значит, я ее уже открыл. И только увидел, что внутри лежит какой-то мешочек. Мешочек зеленого цвета. Это все, что я могу о нем сказать. В общем, сохранил интригу для вас. В общем, тут написано Far Cry 5. Ожидаемо, да. Что здесь еще может быть написано? И давайте посмотрим, что у нас внутри этого мешочка с подарками от Ubisoft по случаю пятого Far Cry. Это, конечно, не супер коллекционка, где находится и фигурка, и там железный кейс, и еще что-то. Но тоже... Тут всякие ништяки. О, и я вижу уже первый же ништячок. Это у нас кепочка. Кепочка со значком округа Хоуп. Это, кстати, выдуманный округ в невыдуманном штате Монтана, где проходит действие у нас пятого Far Cry. И вот такую вот кепочку. Сейчас я отсюда бумажку уберу. Вот, вот такую вот кепочку прислали мне юбисофтики. Вот, вот. Буду в этой кепочке сейчас. Так, дальше я вижу, у нас здесь есть делюкс издание пятого Far Cry на PlayStation 4. Что оно включает? Оно включает набор Digital Deluxe, ну то есть это Digital награды, охотник, летчик Ас и физический контент. Здесь карта округа Хоуп и саундтрек. Ну давайте, давайте распакуем и посмотрим, как это вообще выглядит. Что он из себя представляет. Открыли все это дело. Вот так вот у нас все это выглядит. Вынимаем из коробочки делюкс издания. Здесь, ну, естественно, обычный диск Far Cry 5 для PlayStation 4. Ничего нового там внутри мы не должны найти, по идее. Так, ну вот. Вот он, собственно, с диском. Здесь у нас Far Cry Arcade. Больше карт, больше удовольствия. Рекламка и... Небольшие сведения по Digital Deluxe. Тут активация кода, который я вам не покажу. Муха-ха. Значит, Season Pass, реклама Season Pass. Вот такая вот рекламка Season Pass у нас здесь есть. Так, 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 так. Еще у нас Far Cry 5. Значит, тут служба поддержки, гарантии. Ну, в общем, ничего такого супер крутого, особенного, необычного нету. Так, коробочку откладываем. Здесь у нас саундтрек. Красивая коробочка, мне очень нравится. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Вот так вот она открывается. Вот так вот она открывается. Открываем ее целиком. Здесь диск с саундтреком. Да, вот они сами треки. Давайте я диск даже посмотрю, как он выглядит. Сейчас. Вот такой вот диск, саундтрек. Ну так, не то чтобы я хотел кого-то оскорбить, чисто случайность. Вот такой вот диск у нас. И внутри еще у нас есть карта. Карта, вот она. Здесь есть записки. Первое, Джозеф Компаунд, то есть где Джозеф у нас находится. Второе, аутпост какой-то, еще один что-то, короче, аутпост. Ну, в общем, вот так все это выглядит. Вот так вот все это выглядит прикольненько. Давайте откроем, собственно, карту саму. Ой, тут всякая реклама, типа вот такой вот. Тут что-то бобры какие-то. Школа летная. Список этот, потом вот здесь вот реклама бургеров. Вот она, рекламка бургеров такая вот. Ну, в общем, тут еще точки интереса расписаны, что, как бы, что означает. Вот так вот они выглядят. Так, давайте откроем сейчас. Это красиво. Это красиво, это реально можно просто вешать на стену. Вот такая вот здесь карта. Шикарно просто все это выглядит. Прям настоящий постер. Ну а с другой стороны, настоящая большая карта. И слушайте, ну Deluxe Edition стоит купить на диске ради того, чтобы получить вот такую вот. Я сам выглядываю, хочу посмотреть, что там. Вот, вот такую вот карту красивую. Мне очень нравится лично. Так, она правда большая. Где-то, наверное, сантиметров 70 в длину, мне кажется.
и где-то, наверное, 40-50 в ширину. Ну что ж, это вот Deluxe Edition, собственно, который был в комплекте. Дальше здесь у нас еще идет... Ну, давайте я вот эту коробку оставлю на последнем. Здесь у нас осталось два предмета. Это у нас... Это футболка. Это футболка с бумером, ребята. Футболка с бумером. Прекрасная, красивая футболка размера L. Соответственно, я ее не одену. Или мне придется ее как-то ушивать. Я не знаю, блин, потому что у меня М-ка, черт возьми. Вот, вот такая вот футболочка с бумером. Прекрасная. Здесь у нас сзади еще Far Cry 5 написано. Ну, классная. Материал хороший вообще. Вообще клевый. Я люблю бумера. Вообще люблю собак. Жаль, хотелось бы поменьше размер. Ну, что поделать. В общем, осталась еще у нас вот такая вот коробка. А может, здесь фигурка даже будет? Я не знаю. Давайте посмотрим. О, нет, это не фигурка. Я сейчас ее потряс и понял, что нет. Такой звук фигурка издавать точно не может, ребята. Итак, еще пара телодвижений, и все, вот она коробка. Так, 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 что это? Far Cry 5 с интенсивными тонами опасности и мягкими сладковатыми нотами приключений. Просто гляньте на это. Вот так вот, ребятки. Вот так вот выглядит коробка. Она у нас, ну, естественно, в стиле вот этого тайного вечера оформлена со всех сторон. Здесь со всех сторон вот это тайное вечеря. Написано, в общем-то, одно и то же. И, по сути, это коробка, в которой у нас находится бутылка. Бутылка... Бутылка коньяка Арарат пятизвездочного. Я сам не пью, ребят, коньяк. Но, в общем, да, спасибо, спасибо. Но я его терпеть не могу, если честно. Ну, кто же знал. В общем, классно. Классно очень сделано. С любовью, со старанием. Спасибо, Ubisoft. Омрачает то, что, конечно, я коньяк не пью. И футболочка все-таки L размера. Меня не спросили, какой размер. L размера. Хотелось бы, конечно, M, но что поделать. Видимо, Ubisoft считает, что большинство геймеров, они такие, ну, знаете, ну, вот, вот вширь немножечко. А тут такой небольшой нестандарт. Но я, может, кстати, что-то сделаю с футболкой. Может, отдать ее куда-то в ателье, чтобы ее ушили. Чтобы она была уже по размеру. Не знаю, посмотрим, она мне очень нравится. Но карта, конечно, классная. Очень классная. Даже если не как карту ее вешать, то как постер можно повесить. В общем, выполнено отлично. Спасибо, Ubisoft. Вот такое у нас было пресс-издание. Даже не издание, а вот как-то пресс-набор от Ubisoft по Far Cry 5. Надеюсь, вам понравилось, ребята. На этом у меня все. С вами был Гидеон. Всем спасибо, всем пока.